Добрый день, дорогие коллеги, дорогие студенты. Мы очень рады в год науки и технологии открывать День науки в Арктическом институте культуры и искусств циклом научно-популярных лекций по различным направлениям гуманитарных наук, культуры и искусства. И первая тема нашей лекции сегодня – цифровая культура, новые возможности и тренды. В конце прошлого века высказываемые идеи господства цифровых технологий актуализировали проблему адаптации человека в условиях виртуальной реальности, которая создает новые параметры развития социума в глобальных сетях и рождают новые модели трансляции культурных ценностей, смыслов, рождают форматы добавочного знания, развивают смелые эксперименты, в которых совершенно по-другому понимается и свобода индивида, его социокультурная идентификация и возможности самореализации в цифровых средах. И, соответственно, понятно, что обострение вот этих глобальных кризисов, которые порождены техногенной цивилизацией, оно ставит очень много вопросов. Первые вопросы: можно ли выйти из этих кризисов, не меняя базисной системы ценностей техногенной культуры? Формируется ли в техногенной культуре, формируются ли новые точки ценностей? И, безусловно, глобализация начинает стимулировать поиск новых подходов и стимулировать появление новых концепций, позволяющих ответить на глобальные вопросы, как в эпоху перехода от эры Рокфеллеров к эпохе Биллов-Гейтсов сохранить культурный контекст цифровой цивилизации, как гармонизовать научно-технические и технологические прорывы с гуманистическими ценностями. И поскольку власть переходит к тому, кто способен верно определить тенденции развития общества, использовать их в своих целях, влиять, то стратегическая инициатива, конечно, удерживается в первую очередь за счет умения реагировать на этот пульс времени и противостоять такому, я бы сказала, оседлому типу мышления. Сегодня, когда мы говорим про цифровую культуру и цифровизацию, мы должны отметить, что цифровая культура фиксирует состояние и уровень развития современного общества, в основе которого, безусловно, закладывается и новая модель, и новая методология, которая фиксирует и принципиально новое информационное мышление и соответствующим образом меняет наши типы практики и меняет образ жизни. И мы даже говорим о формировании нового информационного образа жизни. Безусловно, сегодня, когда мы говорим о методологии искусственного интеллекта, мы все активнее используем в нашем арсенале такие важные понятия, как digital humanities, цифровая гуманитаристика, что позволяет отмечать появление нового класса владельцев и разработчиков современных каналов информации массовых коммуникаций, что совершенно правомерно позволяет прогнозировать приближение эпохи культурной мутации и даже замене человеческих органов их цифровыми каналами. И в этом плане очень показателен деловой завтрак с первым человекоподобным роботом Софии в 2018 году. Завтрак по теме приобретения угрозы искусственного интеллекта, в котором приняли участие не только эксперты, но и сама София, которая не преминула подмигнуть еще и президенту Госбанка, попрощаясь словами: ну что, увидимся на склоне, Герман, да? То есть вот такие новые форматы встречи, где нормой является присутствие роботов, читающих стихи, кибертуфли, специально созданные в Японии, например, пешеходные переходы для обладателей искусственных интеллектов и так далее. Все это говорит о том, что современная эпоха сущностно поменялась,
вошла активно в нашу жизнь эпоха больших данных, которая ориентируется на новые мультипотоки, на какие-то совершенно иные мультиплексы, объединяющие в пакете несколько каналов, способов трансляции и типов цифровых потоков, рассчитанных на самые разные уровни потребностей и информационных капризов информационно-зависимого общества. И все это свидетельствует о том, что сегодня цифровые потоки как бы растворяют время, разупорядочивают последовательность события и делают их одномоментными. Поэтому мы говорим об особом темпоральном ритме и особом типе современного общества. Порой даже говорим о вневременном характере. На человека обрушивается поток информации, вал, и эксперты-поставщики услуг сегодня информационных отмечают этот объем данных. К 2025 году во всем мире предполагается, что объем данных составит 163 зетабайта, то есть 1 зетабайт – это 10 в 21 степени. Понятно, что это значительно в разы, в 10 и более раз больше, чем объем данных по состоянию на 2016 год. И вот в этих условиях, конечно же, безусловно, актуальным становится тема структуризации информации, упорядочения, определения ее. Надо сказать, что под цифровой культурой сегодня понимают и в узком значении слова ту часть культуры, которая развивается и понимается как совокупный объект отраслевого подхода управления Министерства культуры, то есть учреждения культуры, библиотеки, музеи, театры, парки. И, соответственно, процессы цифровизации, они связаны с традиционными объектами и ресурсами, которые осуществляются на основе меняющихся и появляющихся современных информационно-коммуникативных технологий. Но существует и более широкая трактовка, когда цифровая культура, она шире связана с медиакультурой или с различными видами, типами информации, не только дополненной реальностью, виртуальной, но уже и сегодня смешанной, mixed reality. Более корректной, на наш взгляд, является трактовка цифровой культуры как качественно новой социально-антропологической реальности, которая является собой нечто большее, чем инструментальное сопровождение технических возможностей. И это принципиально иная цифровая среда и цифровая сфера, совокупность деятельности человека, то есть та культурная реальность среды, которая постоянно обрастает новыми формами коммуникативного воздействия на человека. И здесь следует различать еще и такие понятия, как цифровизация, переход на цифровые технологии при сборе, формировании, хранении, обработке информации и так далее, где мы сегодня говорим, уже появляются новые стадии цифрового поглощения, то есть существенное, качественное изменение на основе цифровизации содержания самого развития, в том числе и отдельных его стадий, и цифровая трансформация – это уже новые этапы развития в результате изменения уже и целей, и способов, и самой культуры воспроизводства. И, безусловно, необходимость ускорения процессов цифровизации, цифровой трансформации, она сегодня требует серьезной аналитической проработки и научно-методической, которая отмечает вот эти вот перемены, изменения. И цифровизацию мы можем рассматривать как переход на новые цифровые рельсы, активное внедрение не только компьютеров, но и способов обработки информации. И в этом плане, говоря об аксиологической такой детерминированности ее мировоззренческих ориентаций, влиянии информационно-коммуникативных
процессов, на идентичность личности, нельзя не говорить и о культурной зависимости, и независимости, при которой человек выходит за пределы экологического окружения своей собственной культуры, ровно для того, чтобы обрести вот этот новый кросс-культурный опыт. И в этом движении очень важна мера, предел допустимого и возможного влияния, которое, конечно, работает не на разрушение аутентичности, а на укрепление ее кодов. Современный турбулентный мир и соответствующая методология ускользающая, пространство потоков, оно свидетельствует о формировании транзитной методологии, которая нацелена на очень вдумчивое, не на глубокое осмысленное, а на принципиальную изменчивость и относительность перехода от пластичного к свободному, от условных границ к такому текучему вялому состоянию. Некоторые исследователи поэтому рассматривают цифровизацию как драйвер новых парадигм, концепций, подходов к государственному управлению. В этом смысле вот смарт-города, они четко фиксируют вот этот процесс цифровизации и трансформации не только образа жизни человека, но и трансформации государственного управления, упрощения государственных структур, экономии ресурсов. И мы говорим о том, что сегодня цифровизация, она связывает появление новой культуры, как культуры гибкого смарт-управления с элементами такой обратной связи. Но параллельно с этим мы понимаем, что появляются не только умные города, сущностно меняющие умного жителя, умные учреждения, умную экономику, умную политику и экологию. Мы понимаем, что появляются и какие-то другие новые сервисы, которые позволяют нам говорить о том, что реализация вот этой концепции во многом зависит от того, как мы трактуем понятие «цифровая культура» и «цифровой город», и в большинстве случаев ключевое место отводится технологическим решениям, но вместе с тем здесь важным является акцент на новую систему коммуникации и взаимодействия. Поэтому не случайно часто в определениях цифровой культуры говорят о новой системе коммуникации и отношений, нового формата культурного взаимодействия, обеспечивающего неизбежную вовлеченность всех и управления, власти, бизнеса, гражданского общества и так далее. И только в Европе мы говорим, что уже существует более 600 городов, включая Россию, получивших такой статус, начиная от Силиконовой долины и кончая там Сколково. И как отмечают эксперты стратегических разработок, в настоящее время появляется уже и третье поколение умных городов, в которых вот эта интеллектуализация городского пространства, она обусловлена комплексной цифровой трансформацией. Именно поэтому мы выделяем уже такие этапы и подэтапы. И если раньше переход от аграрной к индустриальной составляющей занимал целые века, столетия, то сегодня в пределах десятилетия мы можем видеть вот эти вот сущностные изменения. И цифровая трансформация, она, конечно, становится драйвером социально-экономического и социально-культурного развития. В умном городе управление осуществляется на основе, как я сказала, больших данных. Они становятся ядром такой городской экосистемы и всех ее звеньев, умной системы проживания, умной мобильности, умной экологии, умных жителей. И понимание цифровой культуры как цифровой среды, цифровой сферы коммуникации, системы отношений предполагает не только опору на применение новых технологий, сколько запуск новых возможностей моделей государственного управления. Но, конечно, нельзя не отметить, что технологические знания и цифровые компетенции
они составляют очень важную, существенную часть культуры, они, безусловно, встраиваются сегодня в ее новые ритуалы и нормы, и мы понимаем, что повседневные культурные практики современной эпохи, они сущностно меняют и продолжают менять существующий наш порядок. Они не только привносят в нашу лексику такие понятия, как блокчейн, умные контракты, виртуальное пространство, появляются новые методы проектирования стартапов, управленческих решений, но и появляются новые онлайновые платформы, то есть все это высвечивает самые разнообразные, в том числе и этические коллизии, вот нашей меняющей этой среды. И еще очень важный тренд повседневности – это как раз укрепление позиций современных бизнес-империй, и в этом плане, как я уже отметила, появляются вот различные форматы, такие как Google, Яндекс, Сбер, они становятся бизнес-империями и уже выполняют не только узкие, сущностно им присущие до этого точки, а становятся территорией цифровых трансформаций, они становятся реперными точками смарт-городов, создающими платформы, в том числе и для образовательных, культурных мегапроектов. Вот в этом смысле Сбер, от которого отпочковалась вот вторая часть, да, этого сочетания, она как раз говорит о том, что сегодня в этих платформах четко высвечиваются вызовы новой нормальности, как называлась, собственно, конференция октябрьская Сбера, больше, чем обучение, и мы видим, что вот развиваются вот эти интересные мегапроекты, которые, например, вот Сбер открыл для 2500 школ в 65 субъектов Российской Федерации. Мы видим, что уже в сентябре будет запущен старт этой площадки. Конечно, наряду с умными городами, как я показала на предыдущем слайде, появляются и некие безумные пространства, не только умные, но безумные, симулякры, в которых больше смещенных ценностей и потерянных смыслов, и поэтому, когда мы говорим о появлении таких сервисов, там, как фейковый отпуск и так далее, мы понимаем, что на потенциальные риски информационной перезагруженности современной картины мира у нас указывают уже многие специалисты, мы говорим о том, что появляется такая как болтовня в пустоте, да, и, конечно, критически важная информация и ценная для профессионального личного роста вот в этом иногда теряется, поэтому убедительны в этом плане аргументы Бодрияра, который говорил о том, что современные визуальные симулякры, в том числе и социальные сети, они не только отражают новое в современной действительности или маскируют ее отсутствие, но они активно воспроизводят реальность, создавая процессию симулякров пустыню реального. И вызовы вот этой новой нормальности, они, соответственно, дают импульс, толчок для соответствующих технологий, они дают толчок для изменения спросов на новые платформы, в том числе гибридные, которые в свое время тоже становятся культурной нормой повседневности. Конечно, следует отметить, что еще в допандемийный период у нас уже появились какие-то совершенно замечательные, уникальные новые технологии распознавания лиц, эмоций, стали демонстрироваться и новый контент, который ярко продемонстрировал не только вызовы, но и выявил возможности. В этом плане нельзя не сказать, что культура и учреждения культуры становятся своего рода таким гуманитарным щитом технологической экспансии. В этом плане пандемия особенно показала возможности учреждений культуры, позволила выйти им
даже из закрытых городов, из стен своих учреждений расширить потенциал своих учреждений за счет и аудиовизуальных практик, и смешанных технологических решений, миар-технологических решений. И вот с учетом информационного вектора развития современной культуры общества мы понимаем, что содержание понятия цифровизация, виртуальность, она расширяется и сводится сегодня к очень такому активному, интерактивному процессу, помогающему воплотить с помощью современных информационных технологий мысленный образ в конкретный конструкт, воспринимающий органами чувств виртуальные артефакты как компьютерные двойники действительности и как квазиреальности. И надо сказать, что первые результаты пилотных исследований, они как раз свидетельствуют о том, что появление таких новых сред, платформ качественно меняет конфигурацию цифрового и в целом культурного пространства, меняет процессы, высвечивает значимость медиа. Не случайно в федеральном проекте «Цифровая культура» является такой одной из значимых подпрограмм наряду с программой «Культурная среда» и «Творческие люди». И мы видим, какие записаны важные показатели в федеральном проекте, которые предполагают вот к 2024 году реализацию проектов по созданию виртуальных концертных залов, онлайновых трансляций на нашем портале «Культура России» и так далее. Безусловно, в ходе пандемии мы столкнулись с еще очень важным моментом, где отмечено, что встроенность учреждений культуры показала, что не все учреждения готовы, что все равно еще существует неравенство, и не во всех субъектах Российской Федерации есть полноценный доступ. Но совершенно четко показывает исследование, что эффективность деятельности учреждения повысилась, увеличилось количество посетителей, увеличились возможности доступа и скорости получения информации, а также увеличился приток молодых пользователей, да, изменилась публика, увеличилось качество подачи материала, и мы сегодня столкнулись с тем, что в процессах цифровизации культурного наследия встают серьезные проблемы, каковы критерии отбора и профиля комплектования, как можно обеспечить доступ в один клик полного собрания сочинений любимого писателя или учебных образовательных программ. И несмотря на то, что мы сталкиваемся с темой культурного скрещивания или культурного угасания, вместе с тем мы понимаем, что особенно сегодня в условиях пандемии вскрылись новые какие-то очень интересные и яркие точки роста для оцифровки, появляются уникальные проекты. Мы можем говорить и о тех проектах, которые создаются на уровне Арктического совета в целом и конкретного региона, например, Республики Саха-Якутия или конкретного учреждения Арктического института культуры или Национальной библиотеки Республика Саха, что позволяет нам, безусловно, получать этот эффект добавочного знания за счет визуализации. И здесь мы четко понимаем о том, что сегодня благодаря институциям наследоведения мы можем говорить о цифровом взаимодействии институтов памяти, о появлении нового контента, обратной связи. И несмотря на то, что риски цифровизации существуют, как я сказала, связанные с тем, что оттесняют некоторые новые носители
и дают какой-то фейковый элемент, искаженный, фрагментарный, вместе с тем рождаются и новые элементы. И вот мне очень нравятся те примеры креатосферы в Арктике, которые вот на фоне Института культуры представлены. Это арктические очки, это флешмобы в Эмиконе, и, конечно, любимая всеми гора Чучурмуран, где можно посидеть за ледниковым компьютером и создать какие-то проекты. Ну и совершенно четко, что во время пандемии буквально был бум различных виртуальных и вот таких мостов, чего только стоит виртуальный мост Чисхан, который был протяженностью в 8 часов. И 1 декабря, когда происходила передача эстафеты от Чисхана, якутского Деда Мороза, к Санта-Клаусу и Деду Морозу, представители разных городов, разных временных различий, Таймыр, Москва, Петербург и так далее, смогли обменяться своими не только впечатлениями от бытовых коммуникаций, но и научными разработками. И это тоже яркое свидетельство того, что в условиях неопределенности появились какие-то новые интересные форматы взаимодействия, когда мы как бы провели инвентаризацию имеющихся ресурсов и вышли на новые рубежи освоения техники, то есть встроились в этот ритм новой нормальности и адаптации в дистанцированном мире. Отрадно отметить, что именно учреждения культуры первыми отреагировали на это и открыли свои двери, в том числе и библиотеки. Мы видим на данном слайде как раз фрагмент презентации Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, как в условиях пандемии COVID, да, работает виртуальная библиотека, обеспечивается доступ к документам, осуществляется заказ на оцифровку, и мы видим, что резко поменялись показатели, они перехлёстывают как раз те показатели, которые у нас заявлены в программе, в национальном проекте. Да, вы видите приток на плюс 326 вот, процентов, да, книговыдача, посещение и так далее. Это характерно было и для даже маленьких городов с населением в 60-80 тысяч, где мы видим дистанционные форматы, позволили вот закрыть эту нишу неопределенности и открыть уникальные проекты, связанные с видеоинтервью с выдающимися актерами своего района и региона, открыть онлайновые трансляции редких спектаклей, концертов. То есть произошло вот такое мощное единение Лувра, Эрмитажа, библиотек, театров, и стали создаваться новые форматы, новой реальности, где виртуальные музеи вместе с онлайновыми премьерами в изоляции, в кавычках, да, напротив, разрушили вот эти границы географические и временные, и мы смогли оказаться вот в таком единении, в гармонии. Но вместе с тем мы не можем не ответить, что все-таки наряду с потоком и появлением новых вот этих вот форм появления нового контента и так далее, проблема непотребления информации все-таки существует. И, между прочим, когда мы проводили в апреле круглый стол вместе с госкорпорацией Росатома и выявляли, вот, что мы делаем первую неделю, вторую, мы отметили, что на первой волне неопределенности очень была важна вот эта вот коммуникация и обмен опытом, что делать, как и управлять,
и как открывать свои двери для пользователей, и в том числе даже решали несвойственные для учреждений культуры задачи, просто помощи людям, активно развивалось и волонтерство и так далее. Но вместе с тем мы увидели, что спустя уже 2-3 месяца пользователи привыкли к новой культуре повседневности, к новым нормам культуры, и стали уже требовать каких-то новых форматов, и стало отчетливее ощущаться и проблема непотребления информации, потому что повысился и уровень качества. Но мы не можем не отметить и тот факт, что 24 миллиона взрослых россиян до сих пор не пользуются интернетом, и на это тоже есть обоснование, и здесь тоже нужно будет говорить и рассуждать о том, как нам приблизить всех к новым возможностям и реалиям. Не буду много говорить о том, что технологии дополненной виртуальной смешанной реальности сегодня входят в культурное наследие и появляются уже даже и учебники, и разработки, и методические материалы. Мы понимаем, что мы входим в этот новый постчеловеческий мир, где жизнь больших данных зависит от информационно-коммуникативных компетенций и от приоритетов культуры и образования. И, пожалуй, это главный наш тренд современного состояния, потому что сегодня очень важно не только изучение готовности регионов к переходу от цифровых сервисов к актуальным платформам, но в первую очередь нам очень важно формирование цифрового мышления, оценки качества и социальной эффективности открытых городов, учреждений культуры. Очень важно сопоставление данных о цифровых трансформациях разных регионов. И здесь очевидным становится тот факт, что техногенная цифровизация и техногенная цивилизация, связанная с потребительски ориентированным гуманизмом, она должна уступить место вот этой информационно-экологической, ноосферной цивилизации, для которой будут характерны в том числе и новые формы науки, образования и новые представления о рационализме и гуманизме. Вот на этом я позволю остановиться, оставив свои контакты, и я надеюсь, что мы с вами продолжим нашу дискуссию на страницах уже YouTube и будем встраиваться вот в эти новые форматы нашей уже теперь культуры, цифровой культуры повседневности. Уважаемые коллеги и слушатели, я на этом закончу свое краткое введение по теме «Цифровая культура, новые возможности и тренды». Еще раз напоминаю, что мы можем продолжить дискуссию в виде комментариев на YouTube под выложенной лекцией. И, конечно же, мне бы хотелось пригласить всех на наши вебинары, круглые столы, а также на образовательные программы, которые сегодня работают в Арктическом институте культуры и искусств, работают на площадке Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, а также партнеров АГИКИ, Национальная библиотека активно сотрудничает с Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте, с научно-образовательным центром «Гражданское общество и социальные коммуникации». И мы открыты для сотрудничества, для того, чтобы новые программы, наши новые форматы культурного взаимодействия позволили новому поколению развивать и совершенствовать цифровые компетенции и на программах образовательных по цифровой культуре, по библиотечной информационной деятельности, по цифровой гуманитаристике. Поэтому всех ждем в наших и реальных, и в виртуальных образовательных площадках. До новых встреч!